Здравствуйте, меня зовут Екатерина Роскова. Мне 19 лет, и я представляю город Черновцы. С давних времен умелицы восхищались своим великолепным мастерством вышивания. Сначала жемчугом, затем в середине 17 века цветным стеклянным бисером. Стеклярусом украшалась одежда, вышивались картины с изображением различных пейзажей. В наше время вышивка бисером стала вновь популярной. Техника работы с бисером не представляет особой сложности. Картины вышиваются достаточно быстро, а сам процесс приносит только удовольствие и помогает отвлечься от повседневной работы. В вышивании бисером существуют необходимые правила. Бисер должен быть пришит ровно и одинаковым наклоном. Элемент основного рисунка должен быть в центре вышивки и выделяться отделкой. Число бисера в ряду должно равняться числу клеток в строке схемы. Не так уж давно я овладела мастерством вышивания бисера. Это помогает мне найти гармонию в себе и с наслаждением расслабиться. На данный момент в моей коллекции 4 готовых работы. Еще одну я готовлю к Пасхе. Каждая из работ занимает времени около месяца. Но и на этом я не думаю останавливаться и дальше развивать свое хобби. Как говорится, рукам работа, душе праздник. Please go on.